Добрый вечер, уважаемые подписчики. Ну, сегодня я нахожусь вот на озере Абрау-Дюрсо. И сейчас я буду, покажу вам шоу фонтанов. Ну, сегодня закрытие винной недели, и вот шоу будет фонтанов. Нам тоже розовое. Пахнет розовым этим, клубникой. Ну вот, это вот я взяла клубничное. Шампанское. Пойдем, Верка. Ой, какое оно вкусное. Да вы что? Да. Что-то прям вообще. Ну, жалеет его. Так, ну вот. Очень много киосков, глаза разбегаются, не знаешь, куда подойти, чтобы попробовать что-то. Но вот пока что, вот из того, что я пробовала, мне ничего не понравилось. Ничего абсолютно. Ну, может быть, просто вкусы у всех разные, но вот сейчас вот мы пробовали сухое вино, перед этим полусухое пробовали, но все равно все не то. Вот даже полусухое, но вот фонтанчик у нас тут, а вот это вот я не знаю. А это что за здание, Вера? Тут, наверное, концертный зал. Скорее всего, будет шоу фонтанов, будет в 9 часов начало. Но мы вообще не рассчитывали, мы думали, что в 8 часов будут фонтаны, но не согласились нам сегодня сделать шоу фонтанов в 8 часов. Сказали, для всех будет в 9. Ну вот. Сейчас пока танцы, потом будет, наверное, выступление. Ну, не знаю уж. Пока я ничего не знаю. Вот. Тоже горы вокруг. Вокруг себя! Вот если будет возможно, на следующий год приехать, приедем в танцы. Народу очень много, очень. Подошла к озеру, где будут показывать потом шоу. Здесь написано В. Ну, красиво, конечно. Между горами, не то что кипарисовая. Кипарисовая, конечно, тоже красивая. Но тут вот, конечно, обзор более широкий и очень даже. Я пойду один, а меня не будет с кем подпускать. Иди. Слушайте, ну это, конечно, не кипарисовое озеро. Какая красота. Это вот 8 часов сейчас. Сегодня здесь закрытие. Сегодня и завтра закрытие. Такое вот шоу. Ну вот сейчас уже осталось совсем немножко времени, и начнется это шоу. Новой Зеландии так и тянет заглянуть в гости к ее гораздо более крупному соседу в Австралию и попробовать местные игристые вина. Чувствуете разницу? Да это не просто разница. Это небо и земля. Здесь все делают иначе. Не так, как в остальном мире. Австралийские игристые вина – это новые технологии, новый стиль и, наконец, новый вкус, который, как и современные австралийские исполнители, завоевывает все новых и новых поклонников по всему. Куда же мы попали? Возможно, нам подскажет местное игристое вино. Такое изысканное,
не похожее ни на одно другое, с таким уникальным колоритом и с такой дерзкой палитрой спелых оттенков, в которых можно уловить тропические нотки диких джунглей. Есть лишь одна точка на земном шаре, где рождается такое яркое игристое. И точка эта — Южноафриканская республика. Догадываться, какие здесь создают игристые вина. Искренние, бескомпромиссные, наполненные самыми сильными чувствами. Да, речь идет об игристых винах, родина которых Аргентина. Кто больше всего пьет игристого вина в мире? Французы? Итальянцы? Как ни удивительно, но это немцы. Исчисляется сотнями миллионов выпускаемых бутылок. Это специально умные делают такие.
Пошли.